Ладушки, тогда пойдем на воителей в На поход ладушки. решимости. А кто эльф? А не знаю, какой-то Леголас. Прибалт, походу. Мне в этой игре очень не хватает криков, как в Чивауре. Прям очень. Была бы отдельная кнопка боевой клич проорать. Ша, блин, крит или... А, минус плюс, минус плюс. 60 к углу отталкивания блока. Интересно. Тоже прикольно, но... Ну, я бы, наверное, сюда все-таки на крит и... А смысл, если там следующий магазин, а в нем не купить все равно ничего. А там как раз таки монетки дают. Пилигримские монеты написано, да. Ну ладно, посмотрим. Может быть, ты прав был. А мы не правы, но уже поздно. Ну, типа в магазине надо хотя бы 400, чтобы закупаться. Ну, не подумали. В следующий раз будем знать. Это ты правильную идею высказал. Просто идея. That's a good idea. И значит, мы здесь не будем себя качать. Никак. Экономить деньги. Да ладно. Все равно... Нищенский мост. Какой? Нищенский? Нищенский мост. Ну да, бомжи, бомжи. Это про нас. Будем экономить, и тут нищенский мост. А, точно, у меня же скелеты, я забываю про них. Нам поначалу ни хрена не надо, а потом когда так, о, я ж могу ульту применить. Мне жутко нравится у нее талант, который щиты дает за призы. Че дает? Три щита, которые урон уменьшают. Ага. Я что-то другое, по-моему, выбрал. Когда выбирал. Вас всегда будут убивать с ног, а не убивать моментально. Интересно. Окей. Да, блин, а куда мы... Куда там дальше идти надо? А, наверное, назад все-таки. А или вон туда, куда откуда ты пришел. Здесь появляется первый раз Friendly Fire. А, по-моему. Ну, я могу пострелять в кого-нибудь, посмотрите. Ну давай, кого пострелять? Давай, в меня стрельни, а я в тебя. Да, да, определенно. Окей, ну тогда, значит, поменьше стреляем. Поменьше стреляем, побольше милишку. От первого оружия. Основного нету, да, Friendly Fire? Нет. Не. Хорошо. Исключительно. Это был бы вообще. Рыжовая. Самая печалька, если у Вики копия. Чё? Копия очень много своим наносит. Ну, очевидно, они просто очень болючие. А, ну да, если промазал куда-нибудь своих. Ну да, не, ну, типа на трешечку. Ну, типа, 3 единицы все с собой носишь, как бы, и... Да, зато они бесконечны. Бесконечны и мощно бьют. Да. Я вообще не знаю, зачем брать что-то еще у нее. Ну да, как-то так. А так патроны могут закончиться, а с этой штукой не могут. И куда мы пришли? Опять спрыгивать. Ну, тут... Без возврата, значит. Ну, хаос, просто... хаос. А алтарь будет? Сегодня. Бутербродики. Куда ты по мне так мочишь-то? Не то, что совсем мочишь, но... А возможно денег на магазины хватит, если ничего здесь не покупать. Ну да, уже 321 у меня лично. Да, но там из-за этого пришлось пропустить два алтаря.
У вас 300, у меня всего 200. А ты покупал что-нибудь на карте? А, кстати, да. Покупал, благо. Меня теперь не убивают, а с ног сбивают. Ну, как... и как тебе твое благо? Пошло тебе на благо? Ну, если меня собьют, то... Это, я полагаю, имеется в виду, что ты серый экран не получишь никогда. Ну, не знаю, посмотрим. Я что-то пока еще не понимаю, как это работает. Скорее всего. И скорее, и не хочу проверять. Не, ну никогда не получить серый экран, это очень круто. Это сюда, что ли? Бесконечное количество падений получается, судя по описанию. Так, тут кто-то сталкер, что ли? А, да-да-да. Дохни. Не сталкер, а ассасин. Точнее, не ассасин, а... Подозрительно много денег на этой карте. Ну, так там и было, типа, там плюс... было написано, да. Плюс монетки, так, и плюс орден. Так, тут закалка орден. Есть. Не нужна закалка за сотню кому-нибудь? Сейчас посмотрим. Обмен оружием. Я на этой карте эконом. Ладно, я закалюсь. А, я взял. Пускай будет. Дали, правда, меч вместо моей косы. Коси, коса, пока. Пока коса. Что-то мы разделили, что ли, на две части? Да. Ну вы там держитесь. Мы как-нибудь дойдем. Хорошего настроения вам, всего доброго, да? Да. Да-да-да. Все помнят первую часть фразы, а тут даже и вторую. О, денежки, денежки. Я точно помню, что есть баф, который автоматически деньги поднимает. Крайне удобная вещь. Еще раз прыжка есть. В смысле? Типа это, панику? Прыгает. Да. Да, не знаю, по-моему, просто. Просто кажется, что чуть быстрее бежишь. Понятно. Знаешь, какой-то. Даже если есть. И что? Это не PvP игра в любом случае. Да. Ну просто знаешь, бежишь. Бежишь и бежишь, такое вот монотонное действие. А тут прыгаешь, и что-то сам даже как-то. Вроде как. Что-то происходит. Наверное, да. Я из этого в линейку в свое время не мог играть. Там нельзя прыгать. Забавно. Ну я привык. Моя первая ММОшка была Perfect World. Ага. Там можно было летать, а тут даже прыгать нельзя. И мне как-то очень не хватало свободы. Я свободен. Ну после полетов отказаться от еще и от прыжков как-то, ну, такое. Да. Я не понял, а где лабиринт, если тут минотавры, а? Это бистмены. Бистигор. Ага. Бисти бойс. Как Fallout Boys только. Там группа такая была, Бисти Бойс. Ну да-да-да, Интергалактик, да? Это единственное, что я не знаю. Потому что в свое время крутилась клип. Да. Где там этот Блайтстормер? Блядьстормер. Когда он тебя захватывает, тогда хочется бы чуть-чуть поменять название. Опа, надо убить. Я слышу это. Oh.
Ой. Не так уронили-то. Не уроном. А не уроном, если, то поднять нельзя через щит. Меня так прикалывает, что эти скелеты такие забавные звуки издают. Такие вы были правы, что надо сюда идти. Денег много-много. Одной монетки до 666 не хватило. Вот это? Там дальше испытания. О, там еще испытания, да. Чё тут? Халява, приди. Халява, приди, ну не халява, но тем не менее. Божественное благо, брать, не брать, но ну, прикольно. Ну, посмотри, что хотя бы. А заходи и... А что там даст, я что-то... У Каджита есть гудс. Ой. Как-то ты забавно спрыгнул прямо туда. Ну я убил чувака, но инерция унесла меня дальше. У него же с этим молотом рывок. Ага. И вот сквозь чувака. Вот он. Да. Понял. А мы тут вчера разговаривали о том, что здесь есть рывок, тут нету рывка. У меня сейчас был рывок, этот, как его... У Круберу какого-то на улице тоже есть. У Зальцбира какого-то тоже. А, ну да, это у кого-то. У Фанатика есть рывок. Да. У Крубера рыцаря этого. У охранницы Кириллиан. У кого там еще было? У первой Сиенны. И у кого еще? И у Мстителя гнома. Ого, забавно. При здоровье выше 75% вы вместо союзников получаете половину наносимого им урона. Берем. Все равно выше 75% почти никогда не бывает. Так. Если что, давайте мне лечить вас. Потому что бонус. Мы в прошлой час катке, так сказать, перк у меня был, а рывок вперед при отталкивании. Ну, честно говоря, очень неудобная штука оказалась тут. Я постоянно врывался в толпу просто. Вроде хочешь оттолкнуть, чтобы отойти, а по итогу врываешься наоборот. Контринтуитивная какая-то такая штука. А тут нельзя просто цепи сломать и закончить, ну быстрее. Ну не, это так слишком быстро. Ой, я упал. Что ж тут? О, рывок, видимо. Нормально ты меня поднял. Просто подошел, сказал, давай поднимайся, и он подтянулся. Чё развеселся тут? Подъем к переворотам быстро. Во имя Зигмара. Слушай, насколько я понимаю, Зальцбир даже среди своих не особо любит. Ну, он такой очень строгий, да. Но он же инквизитор. О, Минотавр прибежал. Неприятно. Ой. Ой, блин, меня коцнули. Что-то как-то неудачно. Пошло. Ну, боссы с этим эльфом читы какие-то просто. Ну да. Ну, видимо, он подбирал классы под эту фишку. Чтобы разваливать все это. Можно обычным магом еще достаточно быстро. Не так быстро, как он. Лучом там. Воздухом тоже очень круто убивается. Помедленнее, зато более универсальный получается. Ага. Интересно, а что там может быть у тени? Я как раз таки сплетение пытался пройти вот тенью, чтобы там меньше с этими боссами
ковыряться. Ой, моя очередь. Я тебе тоже помахал, сказал, давай поднимайся, да? Ну я и поднялся. И раз, и два. Кто у нас тут чемпион? Кто у нас тут? А теперь за Карла Франца, за Зигмара, за... За чё, кого там еще? За Папу Нургла. Во имя высшего блага, вы не знаете. О, деньги. Нет, в этой вселенной они не знают во имя высшего блага. Больше денег нету? Нужно больше золота. Ну так магазинчик. Если тут предложат босса бонусного, я определенно куплю. Что это, игрушка, щенок, что ли? Каналья, щенок. Тысяча чертей. Что, щенок или тысяча чертей? Нет, давайте каналья. Третьего не дано, да. И деньги вы тут есть. Нужно больше золота. Готов вкалывать. Ну понеслась. О. Не, надо. Сколько? 10%? Это да. Много. Надо определенно с тобой будет поиграть в Чивалри. Мне понравится. There are shrines. Возможно, не знаю. Gather pilgrims coins. Ну что там еще? Больше некуда идти. О, скорость атаки следующая будет, давайте, круто. Boons. О, монстр, ты дождался, да? Да. А что, навсегда здоровье? С эльфом, по сути, бесплатно. Ну, бомбу я покупать не буду, бессмысленно, по-моему. Интересно, какая фигня. Так, что там у нас? Фигня. Это интересно было. Ну и это ладно, пускай будет так. А если оружие сменить, чудо Ульрика перестанет работать? Оно... Которым вы сейчас сражаетесь, походу, да. То есть это не очень хорошая покупка. Если ты ожидаешь... Она, по-моему, там 100 стоит. Она недорогая. Ну да. Но, это если да. Ты зато уже дешево. Все покрафтил, наверное, круто. Почему нет? Ну, с другой стороны, да, соточка, зато бонус стабильный. Ну, стагер получше всегда хорошо. Смрадная, фу. Фу. Да. Yeah. Ну, ну, пока что не очень смрадная. Снег. Спуск от чумы, кстати. Это что у нас тут такое? Даже денег не положили. Блин, а? Какие-то бедные путешественники там были. Умерли без денег в карманах. Да. А что там у нас за бонус? Точнее, антибонус. Возрождаются. На следующем уровне могуч монстр, это мы купили. Погибая противника с некоторой вероятностью, могут возродиться в виде врага с меньшей величиной. Так, ну, дайте мне за 400 красную пушку. Я готов. О, походу еще... Монстрик. Вы ожидали монстрик? Вот, пожалуйста. Интересно, это тот, который купленный? На себе. Ну,
Меня как Гимли придавило боссом. Так, а здесь смерть одна, да, получается? Если один раз умрешь, то уже нет, все. Нет. Тоже две еще. Да, до самого последнего. Теперь до самого последнего уровня, скажем так, будет одна. Одновременно, одна постоянно, как сказать. Ну, одна серая, одна зеленая жизнь. Одна серая, одна зеленая, обе голубые, да? Нет, крапинку. Че, после денег дали, как-то смешно. Белые приоры черного цвета, да? Невидимая полоса, да. Там же был какой-то прикол о том, как задаются эти задания. Что вот эти вот спецификации, они иногда очень дико странные, как это прочитать вообще. Ну там типа нужно сделать там несколько полосок, нарисовать котика, но чтобы он был бесцветной линией, что-то такое. И потом кто-то реально сделал это, знаешь. Блин, надо посмотреть, и обязательно найду, скину тебе. Ну это как это, видео есть, да, собеседование в офисе, где там такой чувак, это ему говорят, а вы можете нарисовать бесцветную линию там тоже? Вот-вот, именно так. Вот, по-моему, вот это как раз. И кто-то сделал именно по тех заданиям. То есть как-то он умудрился. Закалить? Нет, спасибо. Закалить. Белое оружие, смешно, да? Накали мне. Накали оружие мне, накали. Мне, пожалуйста, обмен. Так, а я типа закалил на ху. Ну, это можно красный на белый закалить, и оно станет хуже, да? Нет, она не сработает. Да, но тебе скажут, что херню ты, чувак, делаешь. Куда идти-то вообще? Понял. Ты... Есть сюда? А то вы уж меня испугали, потому что я закалил, думаю, неужели я на худшее закалил? Что за фигня? Куда идти? А, вот, нет, подожди, тут монеты какие-то. А, вот, походу, вот, на этот самый перешейк, как раз таки на этом. Вот сюда. Это сюда, ведь. Ой. Ну, не я совсем. Я думал, я допрыгну. А тут иногда такой хитрый левел дизайн, там, на воркемпе. Там, если не туда прыгнешь, вроде, знаешь, как бы просто перепрыгнуть через небольшой ну, кусочек пустоты там, наконечной, после уже того, как ты убьешь этого... А в итоге не очень-то пустота, да? Да, там ты просто повисаешь, как будто ты свалился с края. Ты чё там? Благо, я возьму. Ого! О, у меня двойная бомба. Это просто еще один баф ульты. Она стала дольше. И контролю не подвергаешься. Под ним. Насколько я понимаю, слабому только, но тем не менее. Посты, видимо, все равно будут отталкиваться. О, сундучок. Пытание. Халява. Халява, приди. Иди сюда, я тебе банку отдам. Мне прийти ты, Миша? А да. Я тут это сверху так хорошо сижу. А ты думаешь, сверху никто не придет? Давай, понеслась. Что-то эти гробы тут движение мешают. Я все походу. Я же тебя предупреждал, что не надо. Блин, эти берсерки бесят.
Fire серьезно ранен. Я дал на всякий случай. Хотя... А, тут далеко, блин. Тоже сразу из Звёзд войн есть, да? I've got feeling about this. А чё, всё? Всё, походу. Нет, не играю. Интересно, а я, наверное, сюда уже вернуться не смогу, да? За каждое... Па-па-па-па. А давайте вот так вот нормально. Искать фигня вообще абсолютно. Зато бесплатно. Какое же тут крутое зелье вампиризма просто. Кошмар. В каком смысле? Дерешься, получаешь хил. Это находится в четвертом слоте. Ага. В обычной игре так нельзя. Да, а это да, это да, это интересно. Ну тут они походу, знаешь, начали добавили все, что интересного хотели добавить, там, что в основной игре не взяло. Скорость восстановили ты, вот это хорошо. Ну где-то там. Знаешь тебе, как далеко от вас. В каком болоте Росенька. Ты лежишь? Вот тут должен быть вариант. Где-то в подземелье на рельсах. Да, да, да. Деньги. Фолианты и толстый чувак должен говорить, не хотите ли вы послушать про господа нашего Нургла? Про папочку можно послушать. Дедушка Нургл. А вы все, смотрю, 35 уровня, да? Да. Так получилось, мы не виноваты. О, это уже голод во тьме пошел какой-то. О, я вижу вас на монетке. Деньги, деньги. Дребень. Ой, как больно. Держал, похилишь. Слушайте, а может не будете меня спасать? Я тут просто полежу до конца. Ну нет, так неинтересно. Ну там сверху там побежит. Пати тайм. Что? Ну Сена говорит, это пати тайм. Да. Я тут позвал друзей как-то. Как в той шутке про я отомщу за твоего брата. Я возьму свой меч. Я возьму свой щит. Твоего брата. Я возьму твоего брата, да. А, вон ты там лежишь. Ну, я говорю, на рельсах лежу. Что ты тут Анну Каренину косплеишь? О, ура, спасибо. Тут что у нас? А ты случайно мою бомбу не захватывал? Может и захватывал. Ну, а типа. Просто интересно, а бомбу тоже можно передавать? Да. В лицо прям кидаешь. Чё болтишь, поймал? Ну вообще-то можно, да, вот. О, спасибо. Обмен оружия. Не интересно. Так, а отдать левую кнопку, да? На синий за 120 ты пошли бы нафиг. Синее на синее. Не, белое на синее, там разницы почти нет. Зачем? На оранжевый я бы еще ну отдал вот так. Ну. Бонус в этой самой. А, вон сзади, а, черт! Ну рано или поздно все равно предложат. Зачем мне тратиться? И так да. Несложно. Ой, это что такое? Ты на меня какую-то эту ману применил. Он же воин жрец. Плата за такую силу, то, что у тебя нет оранжевых атак. В принципе. А,
А что это было вообще? Что ты на меня накинул? Просто интересно. Неуязвимость. Она обычно покороче, там просто баф еще с алтаря. Че тут? Спасибо. Этой штукой можно поднимать упавших, в принципе. Интересно. Вот это... Что значит я бессмертный, да? Аптечки. Я пошел в бой. Аптечки есть, кому надо. Главное хп выше 75 не поднимать. Да, я бы тебе сказал, что надо бы аптечку взять там, если я не забрал. Ну ладно, ладно. Одна там оставалась вроде, если эльф не съел. Ну, если что, по пути найдем. Эти эльфы хитрые ребята на самом деле. Я бы не доверял эльфу. Я бы пошутил шутку, но боюсь, смог стрим забанить. Да? Пофигу, можешь шутить все, что хочешь. Я не доверяю тем существам, которые кровоточат каждый месяц и не умирают. Старая добрая. Да. О, бомба. Кому надо? О, опять синенькая, что? Ну не надо. Ну. Дорого, что 20 за это платить. А я возьму. Поднимите бочку. А вдруг магазина, а у меня денег никогда не останется. Ну, если магазин. Чтобы босса купить. Еще одну. Куда? А вон туда. Все. Тут трое ворот написано. А, ну три бочки, да, логично. Кто там нам скидывает бочки, а? А сам не хочет. Это... Как там в квесте? Кто она ему? Дочка гнома или кто? Кто? Какая? Кто? Где? Что? Ну есть же квест, где бочки, надо тоже там взорвать углы. А, Каракас Гарас, это типа последняя мерсия. Ну, да, да, племянница или кто там? Черт ее знает. Я... Может она? Я не... Ну кто еще тут бочками кидается, кроме нее? А можно его убить? Да, а то он что-то какой-то борзый. А теперь с другой стороны. Ай-яй-яй! Их очень много тут. Специально. Чтоб ты бочку проворонил. Поджег там все дела. Сейчас взорвется. Ну и пошли отсюда. Кто там у нас? У меня здоровье какое-то. Меня кто-то подлечил, что ли? Да. Спасибо. А то смотри, там что-то около единички, думаю, что-то страшно как. Да-да-да. Да меня эти пулеметчики тут постреляли. У меня тут скелет бежит. И голова наружу, то есть на меня смотрит все. Выглядит очень странно. Насчет странных механик этой игры, тут же у некоторых оружий есть дополнительная кнопка активации. Да, Г. Кстати. То есть я на Г поставил, а так... Это очень неочевидная фигня, на самом деле. Да, вот и пистолет. У этого, у посоха вот ты играешь, есть это, у некроманского взаимодействия с ней. Ну, у меня сейчас уже его нету. Там зум увеличивается, ага. Как у эльфийки. А-а-а. Вот, если бы я где-то это не увидел, я бы никогда и не подумал, что это так с ним работает. Не у всех, правда. Это, не у всех. Это иногда не очень удобно. У некроманского работает. Ну, в том смысле, что две кнопки, а потом внезапно еще третья куда-то вылезает. Отстаньте со своим синим. Что я взял, черт побери. Я мне какой-то взял. Не подумал. Заговорился. Нет, вот закалку до оранжевого или обмен?
Ладно, 550 ноги. По синенькому. Лучше дайте денег. Еще не всех боссов купил. Мертвый гном, замерзший лежит. Да, где его нашел? Да. О, деньги. Давай я его оживлю. Я бы не доверял гномам. Особенно мертвым, да? А то вдруг это хаоситы. Хорошо, что с нами гнома нет, а то бы сейчас таскал со своей подставкой. Записал бы свою книжку проклятий. Есть песня, я не помню. У Агаты Кристи, что ли? Гномы, каннибалы зарабатывают баллы. Да-да, есть такая. Там буквально первый альбом. Проклято Дзинчем. Минус блуждающие враги, плюс особые противники. 4 к выносливости. Ну, такое себе. Ого, это 2 щита целых. Получение блага 40. Ну, на этой сложности, наверное, да, это не нужно. В принципе. Минус монстры, но плюс блуждающие враги. Типа 4 выносливости, зачем на этой сложности вообще? Давай. Бессмысленно. Крит. Ладно, пошли. Не, на легенде и выше я бы, наверное, брал все-таки выносливость. Ну, не знаю, выносливость тоже не так, чтобы сильно много нужна. Ну, в том смысле, что тебе больше надо маневрировать, нежели блокировать. Не, если есть на шмотках уменьшение стоимости блока, это очень много даст. Это да, согласен. А это похоже. Вот он меня пинает стрелами. А где скелет? А, точно, спасибо. Это как-то так опять. Типа, зачем некроманту скелеты? Иногда хочется тишины. Отчаянное и высшее благо. Ух ты. Что? Восстанавливает 1 единицу здоровья каждые 3 секунды. Иштяк. Оно высшее? Нет, оно не высшее. Оно какое-то... Сокрушение сразу 1 секунду. Обманул меня? Какое-то дешевое благо. Мое здоровье теперь растет, очень красота. Можно же вообще взять себе на... Я не помню, на амулете или на чем эта штука? Что ты будешь постоянно регенерировать. Очень медленно, правда. Это и в обычной игре есть. Но есть нюанс. Да. Лечиться не можешь. А вот можно без нюансов? Почему всегда есть нюанс? Не, ну, если у тебя есть тиммейт, он может тебя лечить, и никакого штрафа, по сути, не будет. Это да. Бегали, помнится. Просили так. Да полечи меня, у меня там самое. Не, до легенды в первые 3 это просто имба. Тебя вообще не могут убить. Ну если только там жизнесос тебя схватит или крюкач вот это. А, ваншотер. Ну да. А так тебя никто убить не может. Тут хилка. Банку возьмите кто-нибудь. Я возьму. Вот тут вот. Где что-то я не пойму, где ты. Ко мне иди. А, вон ты, все, я тебя вижу. Нет, это не ты. Так где вон, ты? Смотри, а, по вот, синему. Вот. Так даже светится. Все. По предмету, я же тегнул. Ага, спасибо. О, вот это я возьму. Закалка, да, оранжу. О. Ну вот, у меня денег не перейти. Ну, сами давай, что? Что еще сказать? Деньги давать нельзя, да? Да. Как
Killing Floor. Денежки. О, деньги пошли. Черт, там 250. Зараза. Так, где этот сталкер? Это бегущий по канавам. Ах ты! Жирная сволочь, да? О, деньги добавились. Вот. Сейчас я вернусь. Не убегайте. Нужен какой-нибудь талант, чтобы заполучить урод деньги давать. Вот это был бы нормально. Еще в Risk of Rain такие шмотки есть. Удобно. Что за Risk of... что-то знакомое. Это рогалик трехмерный. Угу. Большой фанат. Да, я тоже слышал про него. Ну, первый он двухмерный, а второй трехмерный. Ага. Че, рекомендуешь? Ну, если рогалики нравятся, да, это очень хорошая игра. Просто рогалики сами по себе вещь специфическая. Надо проходить забег, потом еще забег, потом еще забег. Они все рандомные. И у тебя ничего не сохраняется, кроме прогресса открытия. Ну да. Ну так элементы рогаликов сейчас везде потихонечку возникает, как-то немножко рандомайзер. Начинал с Айзека в свое время. Еще который на флеше был. А, ну, мне Айзек не очень зашел. Я его что-то. Все рекомендовали, как бы я его купил, поэтому или что-то как-то, ну, приобрел. Нет, флешевый сейчас это жесть. Так, по какую игру говорите? Binding of Isaac. А, это ой, да, ой. Это я ее много не играл в нее. А там же вторая часть еще, Rebirth была, по-моему, да? Это аддон и все, сейчас уже да, Repentance. Да, да. Rebirth, Afterbirth, Afterbirth Plus, потом Repentance. А, ну это нет, все аддоны. Я в нее последний раз играл лет 5 назад. У меня даже обзор на нее на канале есть. У меня пару лет назад вот вышел Repentance. Ага. Я тут точнее не скажу. Я лет, ну, 6-7 назад играл в него последний раз. У меня были все ачивки, пока не вышел Repentance. И все сломал, зараза, да? А он стал сложнее, и там ачивки, соответственно, получить сложнее. А там что, то же самое, надо до мамочки добраться, убить ее или ну, дальше там? Там все сильно дальше, вариативнее. Я так только Faster Than Light прошел. И то один раз прошел, и потом, ладно, нормально это. Faster Than Light чуть другая все-таки игра. Не, ну я просто говорю, как пример. Ну она клевая. Ну мне очень тяжело с ней. С Faster Than Light. После целого года путешествия в реальной жизни в игре этот как его в Elite Dangerous я больше в такие игры не залипаю. Вообще, который затягивает. Это слишком. Не, сейчас из затягивающих я купил этот Baldur's Gate. Вот это клевая тема. Я в элитке полетел это самое. От зоны обитания на край галактики и целый год в реальной жизни потратил. Долетел? Я долетел, и как раз вышло дополнение Одиссея, когда добавили ноги и возможность ходить по планетам. И я вдруг обнаружил, что я нахожусь на другом конце галактики, а у меня нету костюма. Я такой, твою мать. Чтобы его купить, надо вернуться назад. Еще год. Ой, как так вышло. А там же, понимаешь, можно было бы скипнуть, там, я не знаю, взорваться и появиться опять в точке старта. Ну тогда все данные, которые ты собирал в течение, да, этого времени, они все обнулятся. А куда проход-то где? А, вот он. Ходу не, сюда. Я, кстати, назад вернулся достаточно быстро. Наверное, за месяц где-то. Год летел. А я планеты-то не исследовал, плюс там есть всякие эти...
сайты не, с калькуляторами. Не, из больших игр мне хватило World of Warcraft, не, спасибо. Это много лет моей жизни отняло, спасибочки. Я поэтому в RPG даже не лезу. После Fallout 2 мне как-то... Я даже к третьему не могу прикоснуться. Мне четвертый очень понравился. Ну, я верю, как бы. Многим не нравится. Не знаю. Ну, я четвертый начинал. Но что-то так и не это. Как-то, кстати, есть желание поиграть в него. Мне очень что понравилось. У него у Fallout в третьей части он стал трехмерным, но его не отвязали от Ватса. Ага. То есть ты обязан был им пользоваться. А в четвертой уже нет. А. Ты можешь его как шутер играть с элементами RPG. В четвертом Ватса нету, да? Есть, но можно не пользоваться, вот в чем прикол. Типа не уверен, не пользуюсь. Мы здесь были, мы в обратную сторону бежим. А я не понимаю, что-то. Ты сейчас идешь туда, где ты закаливал оружие, точно? Когда деньги собирал. А, точно. Да. Бля, извините. Чё ты эсо? Просто в третьем, если ты пытаешься стрелять без вас, ты обычно не попадаешь. Там очень много чего летит, а патроны лимитированы, и ну нафиг. Да. Ага, ясно. Не, а и, конечно... Я про вас не знаю, прям... я только спешл помню. Ну вот это система автострельбы, которая как в JRPG по сути. Ага, понятно. Я это самое, тебе не рассказывал? Выстрелил ногу, выстрелил в голову. Я тебе не рассказывал по приколу из элитки, то что там же карта огромная, там что-то 10 или 12 миллиардов звездных систем, да, и за все существование игры игроки там даже 1% не открыли. И есть глобальная карта в перемещении всех игроков, а какие карты открыли звездные системы, какие не открыли. И очень многие, короче, составляют свои маршруты в виде нецензурных слов и толпами летают. Если ты откроешь карту, там что только не нарисовано трекерами маршрутов. Сколько там всяких свастик? Кошмар. Свастик нету, там в основном мемы всякие. Там даже есть это, где две девчонки и кошка за столом сидят. Окей, это как... Настолько, то есть. Да-да-да. А прикинь, в человечество будущего так будет. Точно так же летать. Не, уже же было как-то, когда пилоту не разрешили сесть, он полетел облетать, этот писюн в воздухе нарисовал. Да-да-да-да-да-да, я помню. Что-то звуки какие-то. Дороги. А ну сюда, кто хочет наткнуться на мой меч, мой клинок? Кому воткнуть его в глаз? Что это за гача-муча? Так, кто моего скелета потратил? Кожевенного ревенсла дальше. Пойму, че я свечусь. Где ты там светишься? Он вот. Светился прям опять... сильно. Опять синий бухнул. Опять орка рядом, да? Да-да-да-да. О! Мой клинок. О, минотавр. Ой. Здорово. Опять этот эльф. Ох уж этот эльф. Раз мы чканули. Был какой-то эльф-торговец, который что-то с озвучкой связан, по-моему. Да-да-да-да, этот эльф-торговец озвучка. Это я помню, когда я смотрел, как я встретил вашу маму. Там что-то было такое. А-а-а. Ну чё, потусим кругу? В
эльфом-торговцем я не знаком. Я знаком с Мэдисоном, с Хоббитом и... с этим... Виски, если такого помнишь. Кириллин. Только Мэдисона из них знаю. Ну, я опять свечусь синим. А какой-то бонус от тебя, видимо. А с Мэдди Мурком не знаком? Не, Мэдди Мурка не знаю. Мэдисона я знаю, я с ним общался. Я ему заставки делал на его ролике, когда у него шоу Ильи Мэдисона было. Что, тут все такие старые собрались, что ли? Я не понял. Ну да, да. Ну, я еще молод душой, не надо тут. О. Поджигаем пороховые бочки, наносит на 30% больше урона. Прекрасно. О, там еще один. Я могу взорвать бочки и делать гадости. Mm. А сколько это стоит? Закалить оружие. 700 можно. Черт, 330 у меня не хватает. Блин, если бы я знал, блин, я бы не трогал. Не трогал эту фигню. Да, лучше бы закалиться, да? Заморфироваться. До красного, конечно. Зависит от того, какого у тебя сейчас качества надо. Закалить точилку, закалить. Больше 330. Ну где этот? Бегающий по канавкам. Еще какие-то очень странные бафы на оружие. Видишь, как появился. Повышает ваш шанс на атаку, какая-то фигня. Чё-то какая-то такая наркомания. На самом деле, вот с этим нашим бафом это должно быть сильно. Повышение шанса на криты за это. За удары. Сильными. А не смотрел критами раньше передачу «Короли караоке» на ютубе? Первый раз слышу. А «Время жратвы»? Не знаю, таких нет. Предлагаю вначале... Не знаю, у меня знакомая на MTV засветилась, вот это могу точно сказать. Я на Иван, у меня есть передача, я оформлял, там в титрах написано, на эту передачу, как назывался, ты про игры. Сейчас из головы вылетело. Поехали, ну... это самое, мочите. Магазин пока все равно не актуален. Приносите, вылетело из головы название, вообще прям не могу вспомнить, как это называлась, эта передача. Блять, я помню, как ее... Старые деды, блин. Я не помню, как это все называлось. Вот смотри, как они говорит, красиво сделали, короче. А я смотрю, какая-то Барби, да еще и состарили лет на 10. Я такой, кого? Я ей, конечно, это в лицо не сказал, но... Сейчас уже могу, сейчас никаких отношений больше нет. Тем не менее. Да, я вспомнил это. Virtual Selection не смотрел? По A1. У меня никогда не было этого канала. Я про него слышал, что это альтернативный первый. Ну да, да, да. Я его вот на нем не было, оформлял. Нет. Ну, сделал заставки, короче, начало вступления, там всякие плашки, прочее. Опа! У кого там бочки были? Бочек у меня нет. Мне огненные надо, это не огненное. А. Да блин, да какой ты разборчивый. А вон бежит. Ну давай. Ну иди сюда, черт. Ладно, он, видимо, не дойдет, да? Нет, дойдет. Смотри, он зашел. Это что ж такое-то? Нормально с боссами не подраться. Ой, тут этот плохой. Забыл, как зовут. Трансгрешнс, про который говорится. Ужасный какой-то. Еще бы знать, о чем он вообще. Такие огромные черепа на деревьях. Так, 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 так. Тут. А, блин. Не понял. Красавчик. Кто это за такой хрен появляется, который одной стрелой убивается? Ну он здесь одной стрелой убивается. Подрастешь в сложности, его придется немножко больше. Там этого, который тебя этот Пэкмастер. Пэкмастер, который тебя за шею хватает, это сука, блин, убив. Босс оф джим? Ну почти. Это такая с трещоткой типа.
с черепушками, которые трещит. Подходя. Опять этот вот, вот крутилка, мы тут были в прошлый раз. Dungeon Master, короче. Самое прикольное это, когда не нужно убивать, ты просто скидываешь монстриков. Я чуть себя не скинул вместо монстрика. Точно, у меня же скелеты есть, чё я куда? О, это самое. Кому надо. О, у меня испытание. Автосбор. Где испытание? А вот, не знаю. Мин оружие. А что там, на Т можно указать, да? Ой, да. Я теперь егенюсь. Ай, зараза. Я, меня, нельзя, видимо, меня, видимо, теперь нельзя самому себя хилить. Что это за... А, это испытание было с этим? Началось с этим? Не, мы еще испытание тут не активировали. Так, куда идти-то? А где вы увидели этого? Где? Ну вот мы с Кириллем стоим тут вдалеке, вдвоем. Сейчас вот найдем. Вы, если... Мы туда не сможем попасть, если это сильно назад. Подождитесь. Тут... Я вроде от вас сюда дошел. Ну тут так вот проблема. О. Чё-то я поменял хорошее. Нельзя подняться вверх. А, что-то мы пропустили? Ну ладно, бывает. Да. Но мы не сможем испытание пройти, да? Из-за этого. Ну места. Ладно, а мы тогда пройдем. Ну вот это там покопаешь. И не умрите как-нибудь. Да. Счастья, удачи вам. Типа, хорошего настроения. Это пипец. Ой, тут еще какой-то босс. Эй, зелье! Блин, хомуха, меня зажали, а? Что-то у вас интересно там происходит. Я не могу, я в текстурах застрял. Окей. Ай, блин. У этого огневика и пулеметчика хорошая фишка, что они своих же могут расстреливать. Ну все, походу сейчас Кириллин тоже от Кириллицы. Да? Да. Ой, у вас там весело, да? Да. Да, да, да. А что там, тебя тоже? А нет. Да мы оба, да, это все. Надо было, значит, поджечь. Ой. Так, мне надо держаться к тебе поближе, а то я тут что-то слегка... Да убейте уже меня, что со мной происходит? Я где-то застрял, непонятно где. Ну ты технически ты должен умереть в любом случае. О, наконец, все. Там в любом случае падает здоровье потихоньку, где бы ты не упал. Просто Кириллин давно откинулась уже, а я до сих пор еще живой лежал, и они били куда-то в пустоту. А, вот! Где есть корова быки? А, я дрыжит. Как по-английски будет я застрял в текстурах? I'm stuck in textures, да? Текстуры, да. Монетки. Монетки. Ну монетки хотя бы. А вот, вы возродились. Так, все хп потерял на этом. Свободу попугаем. Помню, были когда еще первые телефоны мобильные. Там вот эта свобода попугаем была, товарищи. Свободу попугаем. Вот о, там еще один босяра.
прибежал. Ну враг... это поскромнее. А подожди, там тут написано, враги не кончаются, бегите. А что, мы можем бесконечно фармить, что ли? В регене, наверное. Ну что? Нам боссов подкидывать? Ну что? Все монеты. Бегите, глупцы! Да-да-да. Да ладно, я только разогрелся. Игры такие, о, фарм, да, бегите, говорит. Ага. Такая рай Вальгалла. Опа, что это тут у нас? Где? А, это обмен. Зато как красный. Ага. Это я не хочу. Я хочу улучшение. О, еще, блин. Ну ладно, что еще, я думаю, по Минотавру. А там всего лишь Бестигор. Скромненький. Мы что, круто, в Донгулдур, что ли, приближаемся? Кого? Чего? Я тоже не понял. Да это опять я. Шучу по поводу Властелина колец. Да? Я думал, это Warcraft 3, но ладно, неважно. Не, она там была крепость Донгулдур. А, враги же не кончаются, че я с ними мечусь. А выход тут? А вот и все. Бомбисты. Карла какая-то, та же самая, которая уже была. Гори ясно, чтобы не погасло. А лисички взяли спички? Ага. Взяли, море подожгли. Или что там было? К морю синему пошли, море синее зажгли. О, да. Видимо, нефть разлилась. Вот так вот, посредством детских книжек, Корней Чуковский рассказывал о экологических проблемах. Какое лучше? Гармонии или борьбы? Борьбы, гармонии, гармонии, борьбы. Давайте борьба. Борис. Интересно. Непонятно, где фишка стоит. Готовьтесь. Спряталась. Могучий монстр, бомба, сила оружия. Ну да, на последнем уровне-то от монстра польза. Действительно. Что там 330? Так. Не, ну я все равно по приколу возьму. Все. Осталось 69 монет. Я думаю, что взять еще. Зеление союзника. При получении урона наносите гарантированный критический удар в течение 3 секунд. Вы выпиваете зелье, появляется шард. Что значит, при выпивании зелья появляется шард, дающий тот же эффект? Скорее всего, падает на землю, его можно поднять. Понятно, ну ладно. Короче, я скупил практически все. Угу. О, бомба Маргрима. Шо, да у меня лишние деньги остались. Да, выбор широк. Mm-hmm. Хорни проклятие. Ага. Сейчас бы не откиснуть. Здоровья, блин, ни хрена нету. Зато босс бонусный есть. Да? Прикольно. Щенок. Купили такие. Ну чё, дойти до него? Чё тут? Ну, тут недалеко. Не беспокойтесь. Ну, где этот? Где это канал? Пока нет.
А вот. А кому ты бонусный босс? Отвали от меня. Где он там? Ты когда ходишь тут? Спасибо. Это сразу блок ставь, когда видишь, что на тебя лезет, лезет кто-то. Держи его, не отпускай. Эльф меня расстрелял просто, собственно. Нет, я сейчас умру, а? Пулеметчик мамкин. А это бонусный который? Нет? Так. Или это обычный? Где у нас тут? Кого бы мне бомбу кинуть, а? Где эльф? Где эльф? Эльф, 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 эльф. Ты, блин, что за пулемет хорош? Там тварь, блин. Ходим. Где у нас? А, эльф там. Блин, тут пока войдёте ж. Ага. Эльф, остановись. Ой. А что это было такое? Все, и откис. Не очень хорошо. Бомба, там бомба валяется моя, если что. Супер, которая имбовая. Ты как будто и лежишь, и как будто баг этот. Верминтицкий баг, когда ты ползаешь по земле, знаешь. Да я смотрю, да, этот медведь тоже ползает. А у я вон, вон бомбу мою, возьмите бомбу. Щитом. Где я, где вон где? Она сзади была. Вон, 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 вот, да, вот, вот, левее. Ага. Не так получилось, что нажал щит, когда умер. Из-за этого так вышло. Че тут? А, вниз надо идти. Ой, я еще не шанс появиться. Да. Даже вот он же. О, привет. Я вас знаю. Опа. Спасибо. Вот бы хилочку. Нате вам. А, открыть вторые ворота, то есть это еще не все, да? Еще не все. Мило. Ой, 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 ой. Значит, рвануло. Да, рвануло. Шлыкнуло знатно. Меня спасти надо. Я тоже, я тут. Черт, меня подхватил это. Есть проблемы. Суровая тварь. Блин. Спасибо. Ладно, сейчас эльф за зашухерится, может быть, снимет. Снялось. Все. Я промазал, ты еще раз. Блин. Не дают. Я встал, и мне практически сразу прилетело опять. Черт побери, сейчас меня съедят. Сейчас всех съедят. Ну как-то вот далеко от меня не спасут. И ты последний остался. Жаль.
Обидно. Хотя нет, смотрите, что-то у меня все остановилось. Да ладно. Ожидание спасения, я появился тут. Меня можно спасти. Ну, хотя бы. Может, я скоро... Ура, тоже. Спасибо. Хилимся, живем. Да. О, освободить. Кажется, я... Да. Теперь не ты... кажется. Теперь да. Ты отвалился. Больше уже не было сил терпеть. Убийца бегает. Тут ассасин. Уже не бегает. А, уже не бегает. Это радует. А может мне тоже. Блин, бомба. Бомбы полезны, если к ней не подходить. Это да, я согласен. А вот опа, и ты. Ожидание спасения. Ух, пробиться бы к тебе. Ой, как у меня убийца глаза выкалывает. Сука. Спасибо. Активно шифтимся. Мне помогли, я помог, все нормально. Так, я упал, меня палка не бьет. Спасибо. Хорошо, что только палка. Ага. О, сейчас он нам придет. А нет, все. Мы сделали. Кен говорит, you do it again. Тут какой-то. О, хорошо, что здесь спасение рядом, да? Тут какой-то бегает вшивый ассасин. Так что не отрываемся от коллектива, по крайней мере, не на ступеньках. А, ну это все. Ну, да, теперь это все, да. Та-да! Это что, Форт Боярд, что ли? Сокровище. Ей! Да, где-то час 10 занимает. Охренеть долго. Ну, стандартная 20-30 минут идет. Есть при особых обстоятельствах, то может быть 40, но не больше. Опыта очень много. Ого, сундуков. А у нас нормально. Тут еще двойной XP за эту выходные. У-у-у-у. Только оно все будет не очень-то. Тебе Хикс будет хорошо. А нам бы красненькая. О, да, Рональд, прям. Прям по самой небалу. С левельных падает красный, но очень редко. Ага. Там да. Очень-очень маленький шанс. Оживлено 6. Ну да. Да. 28 тысяч урона почти. А, улучшенный сундук. Ага. Эльф, конечно, жесткий какой-то. Да, что у него там за набор такой? Босс убивающий. Почти что Крубера, этот рыцарь Грааля, только из тени. Я хоть тоже нормально убить в дальнем бою. Откуда у меня 39 в дальнем, мне интересно. А, ну бомба же тоже считается. Ну, наверное. Ну чё там у нас? Да не укре. Чё-то я тоже заработал для так, сиенки. Так, надел самые топовые шмотки, и теперь распаковываемся. Чё? Пустоши хаоса. Убейте 5 монстров с меткой обиды, играя за некромантку. Отлично. О, красненькая. Сюда. Чё, получил? Да, ну, счастливчик. Кольцо Епитимии Ульрикан. Угу. Ладушки. Все супер.